Новички Лиги Самара, команда «Короче», представляют педагогический университет. Это будущие учителя физкультуры. В своем выступлении хотят развеять миф, что спортсмены не блещут юмором, умом и сообразительностью. Спортсмены не тупые люди, далеко не тупые. У нас старшая команда – это команда КВН «Волга». Вот, они нам представили, что такое юмор, рассказали про КВН и предложили, хотите ли вы участвовать, и дальше начали с нами работать над актерским мастерством, начали учить писать шутки и всякое такое, держаться на сцене. Команда «За углом» не первый год в КВН, однажды даже становилась вице-чемпионом Самарской лиги. Получив вузовские дипломы мира, команда распалась, но оказалось, что без КВН жить скучно, и в этом году «За углом» снова в игре. Без шуток жизнь прожить грустно и тяжело, 100%. Весь наш юмор базируется на таком. Мы шутим про обыденные вещи, чтобы зритель узнавал себя, как минимум, и, видя наши миниатюры, понимал, что да, это я знаю, в таких вещах я участвовал, присутствовал. Это смешно. Третья игра 1/8 финала Лиги Самара собрала на сцене 9 команд. Всего за чемпионский титул сражаются в этом сезоне 33 юмористических коллектива из разных районов, городов Самарской области и соседних регионов. Тема юмористического турнира – сезон побед. Много талантливой молодежи. Это очень радует. Практически все вузы представлены, не по одной, даже по несколько команд. КВН в Самаре есть, живет очень сильно. Я думаю, что это будет развиваться с каждым годом все больше и больше. Финал Лиги Самара 9 декабря. Победитель в январе поедет представлять Самарскую область на международный фестиваль команд КВН в Сочи. Игры поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и администрация городского округа Самара. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.